Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и руководитель автономной некоммерческой организации ШЖРЕ Салават Хамидуллин. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы традиционно поговорим сегодня об истории одного из башкирских родов и через историю этого рода попробуем поговорить и о том, как в те времена, о которых мы упомянем, складывалась жизнь, как складывалось устройство общественное на территории современной Республики Башкортостан. Сегодня мы поговорим о роде... Дуван. Дуван. Надо сказать, что не все рода закрепились в географических названиях. Вот есть целый Дуванский район. Насколько это имеет прямое отношение к роду Дуван? Парадокс заключается в том, что на территории Дуванского района нету ни одного селения башкира рода Дуван. Но район называется по названию села. Вот, а село носит название вот этого рода. То есть, как, то есть часть вот этих земель Дуванского района была вотчиной землей просто рода Дуван. Вот, а сегодня на территории этого района башкир-дуванцев селения их нету. Там есть, значит, на территории Дуванского района проживают сейчас башкиры рода Сарт. Вот, это другой род, о котором мы еще не говорили, может быть, в будущем мы об этом расскажем. Основная часть башкир-дуванцев, вернее, два, так скажем, да, анклава расселения, но вот один из анклавов, так называемый дуванцы реки Долины Ай, они проживают в Мечетлинском районе Республики Башкортостан. Немножко в Балакатайском живут, немножко в Кигинском. Но это вот один ареал расселения, как раз северо-восток. Это вот пограничные районы, Мечетлинский, Кигинский, Балакатайский. Вот северо-восток, долина реки Ай, вот этот айский, так сказать, дуванцы. Но есть еще другие дуванцы. Если вот вы ездили по Бирской трассе в город Бирск, ездил, вы проезжаете всегда деревню Удельно-Дуваней. Тоже, значит, топоним говорит о себе. Дуваней, это, значит, дворцовое село, которая возникла на вотчине, значит, башкир-дуванейской волости. Вот такие дуванейцы и дуванцы, вот это одно и то же, в общем-то. Просто, значит, два таких анклава дуванейских башкир, а дальше вот я и расскажу, даже их три было на самом деле. Одна вот в долине реки Ай, другая вот на территории современного Благоварского, там немножко захватывал даже Благовещенский чуть-чуть район, вот где вот как раз это уделен Дуваней, и там весь Чекмагушевский район, и, естественно, Кушнаренковский район. На северо-западе республики вот как раз это была другая, значит, дуванская волость, как ее Рычков фиксирует. В 18 веке в своем, значит, в этом знаменитом труде «Топография Оренбургской губернии» или просто «Топография Оренбургская» пишет: «Дуванский аймак в составе, значит, Айлинского объединения на реке Ай, это северо-восток, и Дуванская волость на территории вот прям под Уфой». Правильно ли я понимаю, что там частично как-то на Челябинскую область заходит? Нет, на дуванцы, современную, нет? Нет, дуванцы не заходят туда. Это все на территории, в основном, значит, в современной территории Республики Башкортостан. Нет, но, может быть, в прошлом их вотчины там когда-то заходили, потому что река Ай же, она... Да, я себе и представляю. Да-да, она идет дальше и в Челябинскую область, но сейчас просто вот как бы из сегодняшних реалий исходя, вот селений башкир рода Дуван на территории Челябинской области нет. Хорошо, тогда давайте поговорим об этнониме. Мы всегда в начале программы пару слов об этом говорим. Как вообще производится дуван? Откуда произошло это название? Да, во многих передачах говорили о том, что вот такое явление, когда, в общем-то, соционим, то есть название, значит, какой-то там социальной группы там со временем превращалось в... Например, этноним. Рыбаки, да, там, я не знаю, кузнецы. Да, это во всех народах. Да, да. Ну, вот, допустим, род Сарт, о котором сейчас я упомянул. Сарт, это кто, что такое Сарт? Если мы обратимся, значит, к буддийской сутре Белого Лотоса, там Сартаваха, это значит купец. Вот это еще оттуда, значит, из санскрита идет. Это санскритское название. Потом, значит, уже в средние века сартами в Средней Азии, допустим, вот есть такие произведения. Кутадгу Билик, да, Юсуф Баласагунский, это первая тюркоязычная, скажем, поэма, написанная, значит, арабской графикой. Там тоже сарт, это купец. Вот купец, ну, купцы. Потом... О сарте мы поговорим отдельно. Да, да, купцы, потом стал этноним Дуван. Есть источники, да, допустим, эпохи Золотой Орды. Например, какой-то хан пишет: я к вам отправил там Абдулу Дувана, да, или там еще какой-то там, значит, Дуван. Вот это часто встречается. Должность при ханах. А какая должность, прекрасно знаем. Один историк пишет, Качакаев такой: дуваны выполняли различные дипломатические и финансовые поручения Ногайского бея. Ну, в данном случае он о ногайцах пишет. Вели дипломатическую переписку, встречали иностранные посольства, являлись секретарями на советах при бее, возглавляли сбор пошлин, транзитную торговлю и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это разновидность какой-то чиновничьей службы условиях кочевого... Нет, не обязательно кочевого, просто такая должность в Золотой Орде была, потом в
постордынских государствах. Ага, закрепилась. Вот. Да-да, это должность. От арабского слова диван. Диван, значит, это совет, какая-то, значит, канцелярия переводится, совет, канцелярия и так далее. В тюркских языках это диван превратился в дуван, это же опять, мы же в прошлых передачах тоже говорили, и у казаков потом это пошло, там дуванами назывались в казачьем обозе те лица, которые делили вот эту награбленную добычу, то есть зампотылу, да, вот, это вот такая должность. Ну, ладно, хорошо, хозчасть, хорошо, дуван. Чиновник, допустим. Да-да, все так, понятно. Ага. Ну, а так откуда они, значит, при ком они, когда были? Ну, вот, здесь нам помогли данные, значит, во-первых, Шежере, предком дуванцев считается некий Юлбуга. А Юлбуга, по этому же Шежере, является, приходится как бы младшим братом знаменитому предводителю и родоначальнику башкир рода Табын Майкобею. Майкобей – это уже историческая фигура, был одним из тысячников Чингисхана. То есть, согласно Шежере, получается, дуванцы и табынцы, значит, одного корня. И отсюда мы делаем вывод, что, в общем-то, дуванцы это выделились из башкирского племени Табын, как раз получили название по, видимо, там, своему какому-то предводителю, который исполнял должность дувана при каком-то, значит, табынском бее, например, так? Uh-huh. Вот, то есть, как вот один из вариантов. Потом уже генетики решили, в общем-то, проверить, опробировать эту версию на основе, значит, этногенетики или геногеографии, как сейчас говорят, или популяционной генетики, другой, третий вариант. Проверили, в общем-то, и анализы, в общем, генетические вот эти материалы показали, что дуванцы и табынцы, в общем-то, они идентичны друг другу. У них одна и та же гаплогруппа, R1A, самая распространенная гаплогруппа среди, значит, башкир. И, в общем-то, здесь как бы все сошлось. Таким образом, мы получаем, что табынцы, ой, дуванцы, это, значит, подразделение, которое некогда выделилось из племени Табын и потом стало, в общем-то, самостоятельной единицей. Когда вот их путь движения, мы не знаем. Но поскольку табынцы изначально они жили в Заурале, значит, на территории Курганской и даже восточнее, значит, областей. Потом только, значит, у них было движение в западном направлении. Видимо, оттуда же они и предки дуванцев тоже так же. Uh-huh. Потом уже здесь, на территории исторической Башкирии, они делятся на несколько частей. Одна часть вот остается на реке Ай, другая уходит на запад, вот на территорию современного Чекмагушевского, там, Благоварского, Кушнаренковского районов. И одна небольшая часть уходит еще южнее и входит в так называемый Дуван-Табынский аймак такой, значит, был род Дуван-Табын, да, это вот территория современного Кармаскалинского района, там, значит, какая-то часть туда откалывается. Название, которое даже сохранило как раз общность, да? Да-да-да. Этих родов. Вот. Вот это разделение, оно ведь произошло до 16 века? Естественно, я считаю, что до 16 века это произошло, но это мы даже видим. Вот я как раз хотел спросить по документам, да. Да, по документам, потому что вот эти, значит, дуванские, вот эти дуванцы по реке Ай, они так и пишут. Мы владели этими землями по реке Ай, данные нам, значит, от мусульманских наших ханов, еще до взятия Казани. Да. И после казанского взятия мы продолжаем владеть этой землей. То есть вот эти айлинские дуванцы уже там жили, это понятное дело. Но... Я вот как раз уточню этот момент, потому что мне кажется, это интересно. Они ссылаются на события, например, взятия Казани. Да. Насколько это событие было важным для всех башкирских родов? Насколько башкирские рода того времени были участниками этих событий на той или другой стороне? Мы знаем это по источникам, и об этом и многие писали, и так далее. И так далее, значит, что... Ну, то есть для них это было эпохальное событие, это эпохальное, по которому они мерили до и после. Да, это не только, значит, для них, но, в общем-то, я думаю, что и для всей истории, значит, вот этой части, нашей части Евразии, это было эпохальное событие, это, вот, в общем-то, последний такой заслон, который стоял на пути продвижения России на восток, когда он был сломлен, в общем-то, все хлынуло, и то, что вот они могли вот этот, так сказать, вот этот барьер перепрыгнуть, на протяжении, там, я не знаю, там, условно говоря, 100 там, или там, 200 лет, да, потом, значит, когда это было сломлено, буквально русские землепроходцы за 50 лет уже достигли там Камчатки, понимаете, представляете, то есть это была какая сила сдерживания, да. Ну, а башкиры, мы знаем мы тоже так же, что башкирские тарханы массово служили в этом, в казанском войске, на стороне казанского хана, логически получается, что, в общем-то, они, естественно, участвовали на стороне той династии, которой они служили, тогда, значит, мы понимаем, феодализм, в общем-то, служение династии было, в общем-то. Вот. Ну, опять, значит, часть, естественно, которая была в орбите влияния Ногайской Орды, а Ногайская Орда, она в 1557 году приняла русское подданство. То есть, и те башкиры, которые... Более ходили, мирном варианте. Да-да, они, так сказать, просто как бы, ну, по автомату, что ли, вошли, понимаете? То есть, там этот процесс, вот, когда читаешь иногда какие-то ангажированные такие статьи, там, или публикации, особенно вот в соседней республике, там, вот, вы, условно говоря, там, сдались, там, продавались,
продались, там, туда-сюда. Ну, это процесс-то, он же, это что значит продались, что сдались? То есть вы современными, значит, какими-то своими политическими установками вы мерите. Там, это однозначно, там был процесс очень сложный, он шел очень, так скажем, долго шел, там практически там чуть ли не 100 лет на все это дело ушло. Возвращаясь к Дувану, как этот процесс происходил с ними, да, учитывая их не самое близкое расположение к Казани, да, по сравнению с другими башкирскими племенами, как быстро они начали контактировать, был ли у них вот этот документ, да, который, по которому они договаривались с Иваном Грозным о своих землях? По северо-восточным башкирам толком ничего вот не понятно, да, вот, то есть обстоятельства их присоединения. Почему непонятно? Вот, допустим, сохранились шежеры там, брузянцев, там, табынцев, там, тех всех. По ним не совсем все ясно. То ли не сохранилось, да, то ли как-то оптом вошли, там, или по автомату, опять же. Поскольку они тоже были в орбите ногайского, значит, влияния. Но дело в том, что все другие башкирские роды, которые тоже автоматом вошли, потом они все отдельно пошли, значит, сепаратно заключать договор с московским государством, уже минуя ногайского князя, потому что он полностью, значит, потерял легитимность. Потому что, ну, а зачем там служить вассалу чего-то у вассала, понимаете? Да. Смысла уже не было. Уже пошли самостоятельно договариваться. Но вот по дуванцам, к сожалению, ничего, вот у нас документов нету. Ну, возможно, от их имени выступал другой какой-то бей, да, например, бей табынцев, тех же самых, да, Курпич-бей, который вот ездил согласно Шежере. Вот, возможно, тут вариантов много. Дальнейшие исследования, в общем-то, помогут пролить свет на этот вопрос. Давайте тогда дальше пойдем. 17-18 век. Участвовали ли в восстаниях? Если да, то насколько это было массово? Дуванцы, они, естественно, участвовали в восстаниях там и так далее. Дело в том, что по более ранним восстаниям мы видим по источникам, вот пишут там, вот там башкирцы там напали туда-то, пошли сюда-то, воевали там-то. По ранним источникам, там, вот, скажем, лидеров, да, они как-то не высвечиваются. Просто там, может быть, 2-3 имени там по восстаниям 17 века. Но по восстаниям уже 18 века там уже более или менее ясно. Например, восстание 1735-40 годов из Дуванской волости предводитель Мандар Карабаев. Ну, один из ведущих, так скажем, да, там вождей. Это вот восстание 35-40 годов, это было последнее восстание, когда башкиры сделали попытку превратить это движение в такое чингизидское движение с целью, значит, привлечь казахов, каракалпаков и так далее, там, степные народы и так далее. Вот, и для этого, с этой целью они приглашали казахских ханов, там, сначала Абулхаир хана пригласили, провозгласили его ханом, но Абулхаир хан начал там игру непонятную, то есть ему и хотелось возглавить, с другой стороны, он не хотел ссориться с российской администрацией, с другой стороны... Там просто его... напомним, что Абулхаир хан попросил подданство еще до этого. Российское, если я правильно помню, Анна Иоанновна. Ой, Анна Иоанновна, да. Он... И сделано тоже не от хорошей жизни, а потому что уже там, старший средний давили, джуз, да, подвергся нападению джунгара, и, в общем, нужно было как-то защищаться. Да-да, и вот он остался, был как-то между молотом и наковальней, и вот его вся вот его вот такая двойственная такая политика, она, видимо, этим и вызвана. То есть он просто искал более для себя выгод. Вот сейчас уже забегая вперед, то есть вот с высоты сегодняшнего времени, я считаю, что то, что вот они присягнули, это было огромным благом. Вот как бы сейчас в Казахстане эти события не оценивались, но благодаря тому, что Казахстан вошел в состав русского государства, если условно говорить, в осевое время, да, то есть встроился в современную цивилизацию, да, и как бы вышел. Вот, и вот сегодняшний день Казахстана – это как раз вот следствие того, вот того шага Абулхаир-хана. Да и вот Абулхаир-хан его провозгласили сначала ханом, потом он что-то отказался, потом решили его сына и так далее. И вот все какие-то непонятные метания. Но дело в том, что уже башкиры уже к тому времени, они абсолютно уже были лишены вот таких иллюзий чингизидских, таких, значит, ханских, как царистских иллюзий, как говорили. То есть это уже они понимали, что это фигура. Да, в общем, и склонны-то не были, прямо скажем. Ну, особо склонности, да, у них не было, да. Я понимаю, что все любые аналогии в истории всегда хромают, тем более, когда мы применяем аналогии там, с одного государства на другое государство, с одного народа на другой народ. Но мы видим, что здесь устройство такое, да, не единоличное, не было какого-то такого авторитарного правителя, да, который бы всех под собой объединил. У каждого рода были свои интересы, каждый род по-своему их защищал, да, да. Как умел. И такое устройство, в общем, оно не способствовало появлению какого-то такого авторитарного руководителя, который бы имел бы амбиции там, распространять свои влияния на соседние территории. Да, ну вот историк Азнабаев, он и называет вот, башкирское общество, башкирская политея, она вот такого греческого полюсного характера, где там царь он не нужен был. Там все это решалось как бы... Нет,
напоминаю, обычно такие племена все-таки рождают одного лидера только тогда, когда это какое-то военное положение. Естественно, да? Они это только... какое-то сопротивление против захватчиков. Это военный вождь он только выполнял. И вот здесь, когда вот в этой ситуации, когда они полностью разочаровались в этих всяких, в этих ханских, вот этих, скажем, проектах, и тогда вот решили прогласить хана вот этого Дуванской волосы Мандара Карабаева. Вот, представляете? До чего должна была упасть ханская идея, что там какого-то рядового башкира решили провозгласить ханом. Понимаете? Причем не здесь, а на территории целого, да, там огромного тюркского куска. Не всего мира, ну, но куска мира. На территории Башкирии. Вот. И вот, понимаете, нет, все-таки на территории Башкирии. А каракалпаков и казахов как же? Вот, ну я же говорю, когда они, значит, все, они поняли, что это все ни к чему это не ведет. Это абсолютно. Те приезжают, ничего толком не помогает. Просто грабят все, значит, и уходят. Последние конвульсии чингизитов. Все, это последнее, так сказать. Все, идея, она после этого была. Вот больше уже не было даже. Мы же не, уже видим, дальше уже все. Забыли про это? Это вот последний был такой всплеск там чингизизма. Все, в Башкирии он умер там. Может, в Казахстане там еще где-то лет 100 там он сохранялся, но потом тоже и там умер уже. Когда уже там Букиевская орда, уже последняя, так сказать, ханская, когда была, значит, это владение было ликвидировано. Поэтому, чем и примечательно, этот Мандар Карабаев, он был такой мощный вождь, они сражались, потом под конец они провозгласили хана Карасакала все-таки, но тем не менее, потом и это все кончилось. Это 18 век. Да, это 1735-40 год. И вот это, значит, восстание. Последнее, так сказать, всплеск чингизизма. Интересно, раз уж мы заговорили о тюркском мире, о том, какую роль кто там играл на определенных этапах. Вот дальше, если мы пойдем, 19 век, когда были последние такие военные походы в Среднюю Азию, в том числе против там Кокарды, против Коканда. Участвовали ли башкирские рода в этих походах с Перовским? С Перовским, в Хивинском походе участвовали. Хивинские, да, походы. Не рода, а просто, значит, уже тогда же было башкирское войско, башкиро-мещерятское войско, уже военнослужащие этого башкиро-мещерятского войска участвовали в Хивинском походе, и потом, значит, в походе опять Перовском на Коканд, да, взятие крепости Акмечеть. Вот, это сейчас, это Кызылорда. Вот. Естественно, они все, во всем этом участвовали, и там участвовали. Это интересно, потому что ведь это были походы, которые не имели официального разрешения Министерства обороны, и даже запрет Министерства обороны был там, на эти походы, а вот так вот здесь... Перовский, как-то... он просто, он сам по себе, он был такой господин, там, огромного края, он делал, что хотел, в общем-то. Давайте тогда вот как раз о 18-19 веке еще пару слов, и переходим к 20-му, потому что у нас не остается времени. Да, времени мало. Мы сейчас говорили о, в основном, дуванцах бассейна реки Ай, но ведь есть дуванцы Чекмагушского района, недавно в вашей передаче, по-моему, там Шамиль Валеев там говорил, там, вот Чекмагушский район, самый татарский район в мире, да, но это исторически это не так, то есть я не говорю о нынешнем самосознании, возможно, они там все себя сейчас ныне считают татарами, но если вот смотреть исторически, то там как минимум полрайона это вот как раз башкиры-дуванейцы, вот есть их могилы, вот у нас здесь книги есть, эпитафии, да, допустим, значит, в одной из деревень этого Кушнаренского района, там так и написано, вот Дуванай Оло Иляве, Дуванай Иляве, то есть Дуванской волости и так далее. Вот. И потом мы видим переписные, значит, документы. Там, допустим, сама деревня Чекмагуш, да, это, значит, была основана башкирами Дуванской волости, да, Дуванейской волости. Опять же, если смотреть на так называемое татарское население Чекмагушского района, мы же понимаем, что это название этноним татара, но это довольно-таки позднее. А что внутри, что представляет? Интересная, значит, картина. То есть там в основном это мишари или мещеряки, как их называли, тюмени. Кто такие тюмени? Или тюменцы их там писали. Это они думают там, что с Тюмени. Нет, это Темниковский уезд в Мордовии, да, это вот как раз, опять же, эти мурзы, значит, и, опять же, служилые татары, Темниковский уезд, служилые татары, это, опять же, не этническое понятие, это сословное, вот, и Типтярия. Типтярия тоже, это огромный вопрос, я, может быть, в следующей программе мы разберем, что такое Типтярия, чтобы было понятно. Вот из чего состоял. И больше половины района Чекмагушевского, это, значит, башкиры-дуванейцы, и немножко там есть еще башкиры-ельдяки. Ну, прям буквально 30 секунд для того, чтобы назвать известных выходцев. Ой, да там много там. Вот смотрите, допустим, герой Советского Союза Абдулла Валеев, деревня Бакаева Кушнаренковского района, был Вагапов Сабир Ахмедьянович, председатель Совета народных комиссаров БАССР. 40-46 год, например, да? Наш это ветеран, герой Советского Союза, вот недавно, к сожалению, умер, не успел я у него интервью взять. Латыпов Кудус Канифович, это айский дуванец, летчик-штурмовик, вот мало кто о нем знает, герой Советского Союза тоже сам. То есть, как Муса Гареев, только Муса Гареев был, ну, немножко покруче, да, дважды герой, но это тоже, значит, был такой выдающийся летчик-штурмовик. Большой род? Ну, я скажу, что не маленький.
Вот. Или вот еще вот Ильфакс Маков, допустим, певец. Или сейчас вот Милюша Муртазина, наш знаменитый профессор, который педагог, который воспитал не одну такого знаменитого, да, певца оперного и эстрадного. Да? Время заканчивается, к сожалению. Я еще раз напомню, что в студии «Эхо Москвы» был руководитель автономной некоммерческой организации «Шежирес» Салават Хамидуллин. До свидания. До свидания.